Мы сейчас с Ириной зашли в магазин Humana, посмотреть, что там есть. Я рассматриваю сумку. Как всегда, мне попалась такая яркая сумка Desigual. На лето, кстати, я думаю, такая сумка может подойти именно тем, кто любит какие-то очень яркие образы. Конечно, очень жаль, что сейчас Humana уже закрыты, и сейчас, озвучивая для вас этот ролик, как бы вместе с вами вновь путешествую по любимым магазинам. Это здесь мы уже в магазине где-то на второй-третий день после привоза. Сейчас такую льняную кофту рассматриваю. И в тот день, я помню, именно в этом магазине как-то нам, ну, не удалось что-то найти очень многое интересного. Вещи достаточно были обыденные, хотя Humana уже, конечно, наполнилась различными яркими красками. И сейчас, вот честно говоря, скучаешь по этому. Desigual, который уже никому не нужен. Кус, блузка. Майка Армани. На второй день. Петер Хиттен. Сейчас Ира там пробивает. Попалась вот такая интересная куртка косуха. К сожалению, она была маленького размера, но очень привлекательная. Мне нравятся всякие заклепки, наклепки и так далее в стилях. Вот. То есть, как всегда, я, как говорится, в поиске косухи. Вот эта косуха была очень классная, но все косухи, которые попадались в этот день, как всегда, в общем-то, были маленького размера и на меня, к сожалению, абсолютно не подходили. Выбор кожи, как всегда, радовал. Очень большой, очень много яркой кожи появились. Это красные, оранжевые, зеленые, бежевые. Такая фирма сейчас вот такую вот интересную куртку. Хочу ее померить. Такая казалась необычная. Кстати, очень такая, я бы сказала, даже... Ой, господи, у меня голова стоит. Все стороны. Что-то у нее есть, между прочим. Тут, конечно, видите, без моего вот этого воротника, потому что я сейчас как-то ничего мерить не хотела, но эта вещь мне конкретно, может, для самой себя понравилась. Там с джинсами ходить. Зашла в ваш любимый магазин. Смотрите. Ой, какие красивые соляночки. Для соли и для перца. Ой, какая прелесть. Надо... Нет, эту прелесть я... Вот эту вот прелесть я куплю себе. Сейчас отнесу. Слушайте, поставьте вот эту прелесть, я куплю себе. Она мне в кухне очень подходит. Так, посмотрите, как Бавария, какая красивая. Сейчас народу меньше, все не хватает. У меня есть возможность успеть вам что-то показать. Молодцы, стараются как-то работать, все это поддерживать. Смотрите, и внутри. Прелесть, прелесть. Это Чехословакия. Посмотрите, какая красивая. Посмотрите, какие бокалы. А это какой безумный комплект. Ой. Смотрите, одна тарелочка 10 центов. Маленькие тарелки, большие. И вот такой вот чайник обалденный. А что это такая за красота? Слушайте, ну просто давно я уже так вот как-то не могла зайти спокойно поснимать, потому что всегда все разбирали. Вот. Ой, как красиво. Это Made in China. Кстати, очень, знаете, а, смотрите, как я взяла соломку, точно такой же еще и вот чайничек есть.
есть это получается, наверное, для этого, но это я не хочу. Так. Такая вот классная сумка есть. Посмотрите, какая обалденная сумка. Может быть, что-то есть и по вещам. Так, нашла вот такую вот интересную рубашку вот этой компании Харди. Не знаю, что это за компания, но рубашка классная такая, вся в гитарах. Такая, давайте-ка пока я возьмем с собой. Посмотрите на витрину. На витрине нашла вот такую сумочку интересную. Непонятные для меня. Здесь огромное количество машин. Видите? Прямо в упаковке. А вот уже и к Пасхе. Красивые поделки появились. Мальчики. Арест 86-й год. Такое количество кукол. Не знаю, тут солнце тепло. Маленькие сумки. Давайте посмотрим, может что-то есть из мужского. Это женское, еще женское. Какой от Эмилио Армани красивый жакет женский. Вот такая уже, наверное, такая худи. Интересный жакет, тут такой как шарф, норка, такие вот рукава, он такой черный даже, ты не знаю, да, обыкновенно такой короткий жакет. Смотрите, что я нашла, такой вот винтаж, винтажный. Мужская сумка. Конечно же, как всегда, заходя в магазины, всегда есть хоть какой-то выбор сумок. Вот такая сумочка интересная, но не кожаная, опять же. €10 такая сумка. Такая сумка, это тоже не кожа. Компания Габур, она выпускает как обувь, так как, видимо, и сумки тоже выпускают, да. Даже не знаю, что вам такое еще показать. Не знаю, что это за фирма в очередной раз. Сейчас, знаете, какое-то идет такое время, что даже особо-то и разбираться ни в чем не хочется. Просто тупо ходишь, смотришь, не понимаешь, что покупать, что не покупать. Вот эта маленькая милая сумочка. Сколько она у нас, смотрите, 5,80 стоит. И вот такой вот милый сумчонок.
Ну, это такая, посмотрите, уже совсем-совсем старой модели какая-то. Такая, не знаю даже, что про нее сказать. Наверное, ничего уже про нее не скажешь. Случайно захватила эту сумку, сначала ее как бы отбросила, потом думаю, ну что же здесь такое за значок? Ну, при таком, если вы, конечно, рассмотрите, это типа сумка компании Burberry. Вот, конечно, она там все, ну, как бы уплоченная, ну, и шов вряд ли, да, вот такой вот будет. Но сам факт, в общем-то, что это вот такой вот у нас фейк под сумку Burberry. Вот. И так, конечно, кожа качественная, если не нюансы. Ручка очень такая, знаете, добротная сделана. Ну, конечно, она уже поношена и так далее. Может быть, здесь особо и показывать нечего. Ну, то есть, вот как факт. Такая маленькая цветная сумочка. Она вся кожаная. Вот такая внутри кожаная. Она даже с ценником новая. Вот такая. Ну вот, видите, 36 евро такая сумка стоила новая. Кстати, симпатичная, с натуральной кожей. Вот, смотрите, вот такую я себе солонку и перечницу купила для... для своего хутора, для своего деревенского дома, потому что, мне кажется, как раз очень такой подход, стиль. Здесь, конечно, видите, немножко уже ободрана сама деревяшечка. Ну, я думаю, что это не столь страшно. Я посмотрю, может быть, как бы покрою там лаком или чем-то просто эту деревяшечку. В целом-то, в общем-то, вещички очень такие интересные, красивые, чистенькие. То есть, ну, мне очень понравилось, я считаю, знаете, маленький такой какой-то позитивный момент. Маленький позитивный момент, в общем-то, для деревни он не помешает, потому что, ну, такие вот милые вещички очень часто, знаете, как украшают, в общем-то, наш быт. Стоило 2 евро, видимо, это все уценено было. Вот, сейчас поговорила с девочками в магазине, они сказали, что поменяли поставщика, и поэтому немножко вот такие, у них как-то непонятно с доставкой товара, но в любом случае, ребята, молодцы, продавцы у них классные, все работают, вот, все такие, знаете, такие очень позитивные, можно поговорить, можно спросить, нет в ответ грубости. А, в общем-то, это подкупает, и в такие места всегда хочется вернуться. Так что поздравьте меня с маленькой, ну, очень такой милой и красивой покупкой. На этом я буду заканчивать сегодня обзор. С вами была снова Ирина и Наталья. Всем спасибо, всем здоровья, берегите себя, смотрите побольше комедий. Играйте с семьей в настольные игры, проводите время. Вы знаете, это сейчас настало то время, когда мы максимально можем побыть вместе и с семьей. Всем пока, до новых видео!